Где комментарии? Добрый день, друзья! Снова вместе с вами Академия Deluxe Music, Иван Романовский. Пока что не вижу ваших комментариев, жду, пока все оснащение заработает. Вам хочу сказать привет, во-первых. Давно не виделись. Погодка в Петербурге у нас дождливая, поэтому самое время заняться творчеством. Сегодня мы будем рассматривать разные эффекты и способы, быстрые приемы, фишки при создании вашего трека. В основном акцент будем ставить на драм-секцию, ну и еще попробуем работать с басом и сайдчейн-компрессией. Много различных мелких возможностей, которые мы будем сегодня применять, исследуя программу Ableton Live и различные ее специфические дополнения. Для начала попробуем создать драм-секцию. Для создания драм-секции можно использовать встроенные сэмплы, либо сторонние сэмплы. Можно использовать инструмент DrumRack. Как-то мы уже с ним знакомились, с этим инструментом. Попробуем использовать его в нашем творчестве и добавлять будем по мере поступления задач. Например, я использую пресет Coral и попробуем создать здесь набросок наших звуков драм-секции. Это только самое начало, основа трека. Потихоньку мы будем дополнять дополнительными звуками и так далее. Бочку разместим 4 удара в каждой доле. Клэп по отношению к бочке во втором, четвертом ударе и хай-хэт. Вот что касается стереодинамики, первый вопрос, который я хотел бы, чтобы мы с вами обсудили и поговорили, это вопрос стереодинамики в ваших треках, в набросках или в уже готовых композициях. Чаще всего я встречаюсь с монофоничным звучанием во многих композициях, и для того, чтобы добавить стереодинамики, можно пользоваться некоторыми функциями. Сегодня мы на них обратим внимание. Кроме этого, еще попробуем использовать эффект санчейна, попробуем создать вобл бас, попробуем использовать глич-эффект и грув, бассейн грувов, который у нас расположен в программе Ableton Live. Итак, набросок драм-секции у нас начинает созревать. Также принимаем вашу информацию по поводу звучания, все ли нормально в видеотрансляции, устраивает ли вас уровень громкости и все ли хорошо. Ну, надеюсь, все в порядке, да? Вот у нас есть хай-хэт, есть клэп. Привет, Антон. Как вы... Наверное, следующую трансляцию устроим как раз по варпингу треков. Часто очень задают подобный вопрос. И как создавать миксы в программе Ableton Live. Еще раз смотрим это предложение. Возможно, в следующую среду мы будем как раз заниматься варпингом треков и миксами. А сейчас пока все внимание уделим драм-секции. И что мы с ней можем сделать, и что мы с ней будем делать, да? Сделаю погромче. Так, у меня здесь все вроде звучит хорошо. Бочку, может быть, поменяем, чтобы она более была внятной и яркой. Вот такой вариант. Пускай. Далее. Да, всем привет. Я вас читаю, я вас вижу, поэтому если возникают вопросы по мере поступления, задавайте их, пожалуйста. Будем разбирать. Так, мышка. Мышка, привет. По поводу стереодинамики и монофоничности. Многие пишут композиции из разных сэмплов, а сэмплы у нас обычно звучат монофонично, их записывают в студиях специально, записывают в маленьких комнатках, где меньше отражения, чтобы звук был очень короткий и очень сухой. Для чего это делают? Для того, чтобы любой музыкант мог применить свою реверберацию, свое богатое какое-то обработку и наложить на любой вот из этих сухих звуков. Поэтому, если вы пишете как начинающие музыканты и пишете из вот таких сэмплов, то вам обязательно нужно воспользоваться определенной обработкой этих звуков. И один из главных вопросов — это стереодинамика. Стереодинамика — это то, что вы заставляете звук находиться по центру моно или
направляйте широко по краям. Стереозвук может создаваться искусственно, например, псевдостереоэффект, который был сформирован и изучен немецким физиком Хаасом. Вот, для создания псевдостереоэффекта он использовал удвоение звука и направлял один сигнал в левый канал, другой в правый канал, и делал некоторую задержку по времени между левым и правым каналом. Ну, как вариант, давайте попробуем посмотреть, что же происходит у нас со звуком, если мы используем олдскульный такой вариант использования эффекта Хааса, да? Хай-хет возьмем и расположим покороче, например, да? Располагаем хай-хет так же, как у нас звучит наш основной хай-хет. Звук такой оркестровый. Попробуем потоньше. Тоненький. Вот, допустим, такой звук. Кстати, к хай-хетам, если вы по современнее хотите звучание ваших инструментов, можете использовать эффект эрозии. Эрозия добавляет технозвучание вашим звукам, например, noise. И он начинает больше шипеть, как белый шум. Вот. Оригинальное звучание. Вот немножко эффекта. Вот конкретно по этому звуку можно посмотреть на левый и правый канал. По звуку можно сразу узнать, что у нас по уровню громкости между левым и правым каналом. Сразу можно узнать, что у нас звук монофоничный. То есть звучит строго по центру между двух колонок. Я использую инструмент специальный для работы со стереодинамикой под названием Imager. В изотопозоне он находится. Этот стиль музыки пока еще конкретно его никак не назовешь. Это набросок в стиле хаус, может быть, в стиле техно, не знаю, что это будет. Это у нас прямая бочка, когда ударник у нас в каждую долю расположен. Вот смотрите, эффект под названием Stereo Imager. На нем мы можем смотреть стереодинамику звука. Монофоничное звучание, вот сейчас вы увидите, как оно выглядит, и запомните раз и навсегда, что монозвук — это расположение звука по отношению к левому и правому каналу строго по центру. Вот такой тоненькой и очень аккуратной тонкой линии. Это монозвук. И чаще всего студенты пишут, или ученики академии пишут свои наброски треков, и у них очень монофоничное звучание. Все звуки находятся по центру, один за другим, и вместе в одной куче воспроизводятся. Вот для того, чтобы они не кучковались по центру, не перекрывали, не маскировали друг друга, не мешали друг другу, можно использовать псевдостереоэффект, который мы сегодня и попробуем. Вот физик Хаас дублировал дорожку и размещал один сигнал в левый канал, другой в правый канал. И некоторую задержку по времени выстраивал. Задержку мы с помощью специальной панели, вот здесь у нас находится панель на D, мы включаем track delay, задержка во времени. И мы можем один сигнал по отношению к другому немного позже запустить. Так, чтобы они запускались не одновременно, а один чуть-чуть попозже шел. То есть они начинают играть с некоторой задержкой. Запускаем обе колонки, и мы, если оденете наушники, услышите, что у нас звук стал теперь очень широко звучать между двух колонок. На стереоимейджере, если мы посмотрим на стереоимейджер, теперь использую на мастер-канале, мы можем увидеть, что сигнал у нас теперь из монофоничного превратился в псевдостереосигнал. Вот более широкое звучание, и по восприятию он находится как будто на краях динамиков наушников или колонок, как будто приклеенный к колонкам, к краям.
Такой звук стоит и нужно делать в некоторых случаях для того, чтобы придать стереодинамическое звучание вашим трекам. Не так, что все в одной куче, да, некоторые звуки вы располагаете пошире. Один звук в центре, другой широко ему аккомпанирует. Основной синт по центру, подзвучивающий широко. Основной вокал по центру, бэк-вокал широко. То есть вы так можете разделять сигналы, чтобы они все не кучковались по центру и сильно друг на друга не воздействовали, не толкались там, грубо говоря. Ну, просто держите перед собой картинку в голове, что на самом деле есть, существует какая-то комната, и вы звуки располагаете все, представьте, что это музыканты, и вы всех музыкантов располагаете на одном стуле по центру комнаты. На одном стуле им не очень удобно, они начинают все ерзать, начинают толкаться, и им там места не хватает. Вот если вы их располагаете по комнате равномерно, или, может быть, какие-то по краям, а какие-то по центру оставляете, тогда будет более интересная атмосфера. И эту атмосферу любой слушатель в наушниках сразу же услышит и оценит. Нам это очень важно. Трансляция у нас вроде бы идет. Все работает, да. Попробуйте перезагрузить страницу, если вдруг что-то не работает. Итак, вот теперь у нас хай-хет звучит очень широко. Но вот таким образом нам не очень удобно пользоваться таким старым способом раздваивать, дублировать наши дорожки, направлять сигнал в левую колонку, в правую колонку. Один из них чуть позже запускать по отношению ко второму. Потому что таким образом вам придется много дубликатов дорожек делать. Чтобы ваш проект не разросся очень сильно, чтобы у вас не было там из 40 дорожек, это не превратилось там в 50, в 60 дорожек, а то и более, мы не будем пользоваться подобным эффектом в классическом его варианте. Можно этот же эффект имитировать с помощью простого инструмента в аудиоэффектах, инструмент под названием Simple Delay. Вот он находится у нас здесь в аудиоэффектах, Simple Delay. Это эффект дилея. Чем он хорош? Он воздействует отдельно на левый канал и отдельно на правый канал. Давайте попробуем наш хай-хет. Вернем его назад. Удалим лишнюю дорожку. И на этом одиноком хай-хете мы как раз попробуем применить Simple Delay. Simple Delay, он создает эхо-эффект на левую колонку и на правую колонку. Вот для того, чтобы сымитировать эффект хааса, мы будем отдельно настраивать левую и правую колонку, и нам не понадобится эффект в режиме синхронизации. Это режим, который синхронизует действие эффекта по отношению к ритму нашего проекта. Мы его будем выключать. Теперь без синхронизации мы вручную должны установить параметр в миллисекундах, как у нас будет звучать левый канал и как у нас будет звучать правый канал. Вот смотрите, левый канал мы делаем то же самое. Мы задаем ему задержку в 1 миллисекунду, то есть он у нас звучит практически сразу же. Второму каналу, правому, мы задаем задержку, вот здесь вот внимательный, от 2 миллисекунд до где-то 20 миллисекунд. Можете экспериментировать с этими задержками. Кстати говоря, левый и справа можете менять между собой, то есть можете поставить на правом 1 миллисекунду, а на левом задержку. То есть это по-разному будет формировать ваш звук, более в левую колонку или больше в правую колонку и эффект псевдостерео. Давайте расположим левый канал на 1 миллисекунду, правый канал, например, 12 миллисекунд. Фидбэк нам не понадобится, драйвет — это количество эффекта, мы на 100% поставим. Вот теперь этот Simple Delay имитирует нам псевдо-стерео звучание. Без него монофоничное строго по центру, с ним стерео, псевдо-стерео звучит по краям наушников или динамиков. Вот как вариант можно его использовать к нашим основным элементам. Смотрите, у нас уже есть основной хай-хет, который монофонично тоже по центру звучит. Если мы добавляем дополнительный хай-хет, он создает стереодинамическое звучание по краям динамиков. Вот. Теперь нам нужен баланс некоторый. Может быть, чуть-чуть потише сделаем, может быть, чуть-чуть эквализируем.
без него очень кучное монофоничное звучание по центру. С ним создается сразу какой-то объем, база. Вот таким способом можно применять псевдостереоэффект. Не только для этого звука, можно попробовать и для шейкеров. Давайте также мы дублируем дорожку и создадим теперь дорожку с шейкерами. Шейкеры мы помним, как делать с прошлых видеотрансляций. Шейкер, а этот назовем хай-хэт. Эту дорожку мы переименуем. Переименование тоже используйте обязательно. Это ускоряет вашу работу с элементами трека. Шейкер мы используем, ну, можно также классический, стандартный. Тут у нас полно всяких, да? Вот эти неплохие. По шейкеру у нас, чтобы самому создать вручную, 4 ноты нарисуйте, 3 ноты сделайте поменьше по velocity. Вот этот параметр velocity, он отвечает за силу нажатия на клавиши. От силы нажатия на клавиши зависит громкость звука во многих инструментах. В данном инструменте он читает силу нажатия, поэтому мы 3 ноты сделали со слабым нажатием, а по центру ноту сделали с сильным нажатием. И у нас получается такой играющий по ритмике шейкер. Вот тоже обратите внимание, шейкер у нас уже с примененным эффектом Simple Delay и звучит по краям. Если мы убираем этот эффект, он звучит по центру. Если мы оставим со всеми элементами, то это монофоничное звучание. А если сделаем по краям, то он дополняет нам стереодинамики в нашем проекте. Не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то появляется, да, в процессе, я постараюсь вам на них ответить. Вот некоторые звуки мы должны создавать в псевдостереоэффект, а некоторые звуки, наоборот, мы должны монофоничными сделать. Например, бас и бочка, если у вас вдруг там с каким-то эффектом бочка звучит, классически и традиционно располагают строго по центру для того, чтобы в стереодинамике не создавалось никаких фазовых искажений и чтобы, опять же, бас с бочкой у нас не конфликтовали. Тем более, обратите внимание, в некоторых заведениях стоят сабвуферы, например, в ночных клубах или барах, и сабвуфер — это отдельный динамик, который у нас воспроизводит низкие частоты. На сабвуфере идет суммирование левого и правого канала в один канал. И если у вас в одном канале бас звучит стереодинамически и фаза у него одна, в другом канале фаза немного другая, и вместе при сумме они могут дать тишину. Ну, не всегда тишину, но могут дать некоторое неуверенное звучание басовой линии. Чтобы этого не происходило, бас и бочку традиционно делают в моно. Ну, еще по ряду других причин. Вот для чего, как делать эффект моно. Эффект стерео-то мы научились делать, а вот как сделать звук из стерео звучащего, например, баса, сделать его в моно. Моно мы можем создать с помощью аудиоэффекта под названием утилита. Сейчас я вам покажу его. Вот находится он в самом низу. Очень полезный эффект, часто используется многими музыкантами в разных случаях. Здесь есть пресеты. Пресет под названием моно нам подойдет. И потренируемся на каком-нибудь басовой линии. Я создам бас, например, несколько нот. Посмотрим, что у нас получится. Из стандартных звуков тоже попробуем использовать инструмент аналог басовой линии. Вот мне нравится пресет Square 3 Pure Bass. Советую вам его, если вы хотите какие-то жирные звучания. Послушаем, как у нас звучит бас. Скорее всего, октава слишком высокая. Вполне неплохо. Единственное, сделаем длину клипа по длине в 2 раза. И расположим эти ноты теперь пропорционально этой длине в 2 раза.
пускай так будет. Вот у нас такой звенящий, немного раскрытый бас. У нас раздел фильтрации есть на синтезаторе. Мы можем открыть его. По поводу эффекта вобл баса чуть попозже. Пока что давайте попробуем, используем эффект моно, изучим утилиту, да. Но для того, чтобы нам изучить этот эффект, нам нужны звуки, в которых есть в которых есть стереодинамика. Создадим этому басу стереодинамику, как будто так и было. С помощью, например, хоруса. Он теперь ходит по краям и звучит стереодинамично. Если мы посмотрим на стереоимейджер, только для этого звука, стереоимейджер включаем, посмотрим на бас без хоруса. Бас у нас звучал монофонично и правильно. Вот так вот мы и должны использовать басовую линию. С эффектом хоруса у нас бас стал сильно широким. Включая эффект хоруса, видите, что с ним происходит? Вот это вот излишняя стереодинамика в басовой линии. Особенно мы смотрим на коэффициент корреляции. Он показывает, насколько у нас критичная стереодинамика для этого элемента. Вот, если у нас такой сэмпл или такой синтезатор, в котором у нас бас изначально звучит в стерео и создает вот эту вот динамику, можно использовать простой элемент под названием утилита, пресет моно. Моно загружаем на басовую линию. Здесь нас интересует параметр width, ширина. Вот этот параметр в этом пресете на 0%. Это означает, что всю ширину, которая у вас есть в звуке, мы убрали и превратили это в моносигнал. Посмотрим теперь, как бас выглядит на изотопе, на имейджере, после использования утилиты. Видите, вся стереодинамика у нас теперь ушла с этого звука. И этого мы как раз и добиваемся с помощью эффекта моно, утилиты. Мы добиваемся монофоничного звучания. Находится он также в аудиоэффектах. То есть одним Simple Delay мы создаем стерео звучание, псевдо-стерео. Другим мы создаем монозвук. Вот если мы все-таки хотим некоторые частоты в басовой линии оставить в стерео, чтобы не весь он стал таким вот плоским, а эта динамика все-таки осталась. Потому что, ну, слушается вроде бы красиво звучит, когда он гуляет между колонками. Мы можем использовать mid-side эквализацию. Mid-side эквализация это подразделяет под собой эта эквализация, что мы разделяем сигнал на две составляющие. Mid это моносоставляющая, по центру находится. Сайт — это стереосоставляющая, по краям находится. Смотрите, как мы ее создаем. С помощью стандартного, опять же, эквалайзера. Можно использовать любой другой эквалайзер. Многие эквалайзеры работают в этом режиме. Стандартный эквалайзер у нас в режиме стерео. То есть обрабатывает левый и правый канал одновременно. Мы можем переключить этот режим в управление левым и правым каналом по отдельности, или можем включить режим mid-side эквализации, то есть мы будем отдельно руководить моносоставляющей и стереосоставляющей. Включаем mid-side, и вот здесь вот кнопочка edit, мы можем руководить моносоставляющей или стереосоставляющей, mid-составляющей, side-составляющей. M это значит у нас монофоничное звучание баса. Сайт — это значит стереодинамика, стереодинамичное звучание баса. Вот на сайт составляющий, на стерео составляющий мы возьмем и срежем все низкие частоты. Для того, чтобы бас в низких частотах у нас не был на стерео, а был только в моно. Смотрите, на стерео составляющий я беру фильтрацию низких частот и срезаю все низа, например, ниже 180 Гц. Без него по басам, по низким частотам он еще по краям. С mid-side эквализацией по низким частотам он становится монофоничным. А по верхним он остается широким. Смотрите, у нас на графике показывается side-составляющая. Мы переключаем на mid-составляющую и видим, что бас на моно
сигнале еще присутствует. А на стереосигнале низкие частоты мы убрали. Можем побольше убрать. Чем больше мы убираем, тем монофоничнее становится бас. Чем больше мы открываем, тем больше стереодинамики в нем появляется. Вот мы можем оставить стереодинамику в басовой линии на верхних частотах. На низких частотах мы чуть-чуть еще добавим баса, потому что он потерял свою мощность немножко. Например, в этой точке. Вот мы можем не использовать эффект моно на тех звуках, которых мы хотим стереодинамику оставить, и только убрать ее на гудящих низких частотах, например, как на басовой линии. Используем это решение для данного наброска. Теперь давайте поговорим о других параметрах. То есть мы узнали, как мы можем звук сделать более широким, как мы можем сделать звук узким, как мы широкий звук можем оставить, но сузить его низкие частоты. Теперь давайте поговорим о сайдчейн-эффекте. Сайдчейн-эффект — это наиболее популярный эффект в творчестве многих музыкантов. В разных стилях он применяется. Сайдчейн-эффект подразумевает эффект компрессии одного звука по отношению к другому. В данном случае чаще всего используют его в сочетании басовой линии с бочкой. Мы тоже такой вариант попробуем. Бас и бочка. Вот бочка у нас находится в инструменте drum rack. Мы можем вынести бочку с инструмента drum rack на отдельную MIDI-дорожку. И переименуем это киком, чтобы вам удобно было наблюдать, как мы всю обработку будем строить. Вот у нас есть теперь бочка и отдельно басовая линия. Вместе они звучат таким образом. И теперь воспользуемся компрессором. Стандартный компрессор в разделе аудиоэффектов. Закидываем его после всех обработок наших. В стандартном компрессоре выглядит он вот таким образом. Мы открываем дополнительную панель. Она при нажатии вот этой кнопочки мы открываем дополнительную панель в sidechain. Вот у нас находится sidechain эффект. Отдельно поговорим про разные функции, которые здесь присутствуют. Что вам нужно сделать? Это активировать эту кнопку sidechain и выбрать в разделе audio from, выбрать тот звук, на который компрессия будет реагировать. В данном случае такие звуки называются триггерами или курок срабатывания, то есть как у пистолета, да? В данном случае триггером у нас является бочка, кик. Это отдельная аудиодорожка, поэтому мы audio from выбираем бочку, кик. Внизу у нас появляется дополнительная строка для выбора. Здесь у нас есть три разных варианта. Pre-FX, Post-FX и Post-Mixer. Стандартом я вам советую выбирать Post-FX. Это после всех обработок, которые находятся на бочке. Например, у нас есть там обработка эквалайзером и так далее. Если же вы не хотите использовать после всех обработок, а самую изначальную удар бочки использовать, который в сэмпле присутствует, то вы выбираете не PostFX, а PreFX. Давайте остановимся на PostFX. Все, что нам теперь требуется, вот удар бочки приходит в компрессор на басовой линии. Все, что нам теперь требуется, это параметр threshold опустить как можно ниже вниз для создания более мощного эффекта sidechain. Чем больше вы опускаете threshold, тем сильнее эффект. Если вам не хватает threshold для создания более интенсивного эффекта, можете параметр ratio, это величина подавления, сделать побольше. Создается вот такое памповое звучание. Чаще такое звучание приветствуется на длинных нотах баса или на каких-нибудь длинных звуках, или на постоянно звучащих звуках, например, шейкерах,
которые очень часто звучат, можно их создать им движение такое ритмичное. Привет, Саша. Тема трансляции у нас разные мелкие приемы и фишки, которые мы используем при написании набросков трека. Например, в начале мы рассматривали псевдостереоэффект, монозвучание и создавали мидсайд-эквализацию на некоторых звуках. Сейчас мы говорим о сайдчейн-компрессии, в дальнейшем будем говорить о вобл-басе и будем говорить об бассейне грувов, а также глич-эффектах. Посмотрим быструю, короткую технику по созданию глич-эффектов. Сайдчейн-компрессия. Вот сейчас мы реагируем на удар бочки. И удар бочки не всем нравится, потому что у удара бочки есть высокочастотный удар и есть гул, который стоит от хвоста. В данном случае у нас бочка коротенькая, сэмпл бочки достаточно короткий. Если у вас бочка длинная, то весь гул будет участвовать тоже в компрессии. И иногда это заглушает слишком много басовой линии или любого другого звука, на котором вы используете этот эффект. Вот можно включить отдельно раздел эквализации и настроить входящий сигнал бочки, чтобы выбрать только вот этот вот щелчок первоначальный, который в бочке у нас существует. По отношению к щелчку будет бас прятаться и сразу же раскрываться, не обращая внимания на хвост бочки, на гул, который она подает. Если мы включаем эквализацию, вот здесь мы настраиваем частоту, на которую реагирует у нас сайдчейн-компрессия, и огибающую, насколько динамично воздействие идет или менее динамично. Чтобы послушать результат, можно нажать вот на эту кнопочку наушники. Вы тогда будете слышать именно входящий сигнал бочки. Бас теперь мы не слышим. Если отключаем, мы слышим бас, как реагирует. Послушаем только удар бочки. Удар бочки у нас приходит на сайдчейн-компрессию таким образом. Некоторые люди экспериментируют с вот этими щелчками, экспериментируют со звуками, на которые будет сайдчейн-компрессия реагировать. И в своих экспериментах пытаются создать более тонкий триггер или более тонкий элемент, на который реагирует сайдчейн-компрессия. Вот можем попробовать из этого удара бочки выделить еще более тонкий элемент с использованием frequency и Q, вот этих двух параметров. Вот видите, так больше гула появляется, так только высокие частоты, так они более звонкими становятся, так более мягкими, опять же с гулом, да? Вот можно побольше динамики и выбрать какой-нибудь без низких частот, только удар. Теперь у нас сайдчейн компрессия будет быстрее возвращаться. И сам бас будет быстрее раскрываться после применения этого эффекта. То есть больше жира в басовой линии у нас будет присутствовать. Если мы не используем эквалайзер, динамика глубже и опускается у нас басовая линия глубже. Вы также можете всегда воспользоваться другими отображениями компрессии в эффекте компрессор. Вот здесь можно, например, видеть, как у нас динамика идет при использовании эквалайзера. Удар становится более тонким, вот нижний порог не такой мягкий, а поуже становится, видите, поострее. По поводу вобл-баса, давайте теперь поговорим об этом элементе. Все наши звуки как вместе звучат теперь. Видите, хай-хеты по краям, шейкеры по краям. Все это вместе дополняет нам стереодинамическое звучание, и это интереснее смотрится.
опевание аккордов. Нет, пока еще нет лекции. Далее. Давайте посмотрим теперь на создание очень интересного варианта квакающего или вот такого рычащего баса, отдельно раскрывающегося. Толком я его редко использую, потому что в моей стилистике это редко применяемый эффект. Вот, давайте попробуем его создать с помощью автофильтра. Сейчас на ваших глазах это сделаю. Автофильтр после обработки баса, например, после всей эквализации и стереодинамики. Эквализацию поставим перед. И после этого сайдчейн эффект. Смотрите, раскроем бас полностью, чтобы он открытым у нас был. Рычал как следует. А вот на автофильтре мы будем создавать некоторое заглушение басовой линии. Например, будем создавать заглушение вот до такого уровня. И резкости добавим, резонанса. Вот воздействие на фильтрацию баса, вы можете создавать эффект wobble баса, раскрывая этот фильтрацию и закрывая ее периодично, то есть вау-вау-вау-вау-вау, да, создавая различные ритмические рисунки. Для этого нам понадобится использовать раздел модуляции. Раздел модуляции, он заставляет ручку frequency изменять свое местоположение по отношению к нашему треку. Мы будем саму ручку frequency менять, и параллельно с изменениями ручки frequency некоторые мелкие колебания будут добавляться к нашим изменениям вот этой ручки. Создаются эти колебания с помощью модуляции LFO. Количество модуляций задается этой ручкой, шаг модуляции, rate, задается вот этой ручкой. В герцах этот шаг без привязки к ритму. Давайте попробуем. Мы можем отдельно эту ручку привязать к квантизации, к определенному ритму, но мы не будем так делать. Попробуем в привязки нашу модуляцию в привязке к ритму. Это у нас нужно включить вот эту кнопочку ноты. Нажимаем на нее и послушаем, что у нас получается. И теперь все, что нужно, это периодически раскрывать бас, закрывать и менять модуляцию, скорость модуляции вот этим параметром шаг. Ну, вот так вот как-то, каким-то образом таким, да? Попробуем применить автоматизацию на параметры rate. Правой кнопкой мышки покажи автоматизацию. Вот наши ноты. И вот задаем некоторую автоматизацию. Например, в начале это у нас будет 1/8, потом 1/12 и так далее. Удобно рисовать по отношению к сетке. Я вот сетку включу в режим 1/4, чтобы у нас отдельно каждая доля участвовала всей линии. Вот я теперь рисую. Пускай таким образом, да? То есть мы сейчас автоматизировали с вами параметр rate, ручка модуляции, которая отвечает за ритмический шаг. Шаг у нас с привязкой к темпу, и темп у нас делится, один такт делится на 16 разных вот этих вот нот, 16 ритмических вот таких шагов.
1/16 это не постоянные параметры, у нас меняется до от 1/8 до 1/12, вот периодически мы сейчас на эти изменения можем посмотреть, да? И для создания более интересного эффекта нам понадобится еще автоматизировать ручку frequency, частота работы с басом. Покажи автоматизацию, также правой кнопкой мышки покажи автоматизацию. Да? Я могу раскрывать, закрывать фильтр. Здесь мне не надо быть таким уж аккуратным. Да? Поп-поп-поп-поп, да? Вот это у нас эффект создания wobble bass. Ничего сложного не вижу здесь. Это просто работа с фильтрацией и некоторая модуляция раскрытия и закрытия фильтра. Можно это создавать с помощью различных эффектов. В Ableton Live это легко создается с помощью автофильтра. При этом ваш бас должен быть звонким. Вот я отключу автофильтр. Бас должен звучать открыто, очень ярко и звенеть. Рычать, звенеть, не знаю, как захотите, называйте его как хотите, да. Это вот wobble bass, эффект wobble bass. Теперь давайте поговорим о груве и гличе. Сначала бы я хотел обратить ваше внимание на грувы. Грувы — это очень полезная вещь при использовании, опять же, в программе. Иногда это можно ритмически самому расставлять. Например, попробуем создать какой-то звук перкуссионный. Возьмем любой сэмпл перкуссии, перк. Ну, вот, например, такой простенький звучок. Перетягиваю на миди-дорожку, на миди-дорожке создаю ноты. Ноты я создам в сетке 1/16, в 1/16 я располагаю 16 вот таких вот звуков по отношению к одному такту. Послушаем, как это звучит. То есть пулеметом вот таким. Та-та-та-та-та-та-та-та. Очень привязано к сетке и очень компьютеризированное звучание. Для того, чтобы вам создать какой-то элемент грува, создать какой-то свинг, создать какой-то сдвиг по ритмике, можно пользоваться бассейном грувов, который есть в Ableton Live. Чтобы вручную не выставлять какие-то интересные варианты, да, вот какие-то вот такие, не пытаться искать, не мучиться где-то искать, да, ту ритмику, которая вам может понадобиться и понравится. Хотя эти эксперименты тоже могут быть. Можно быстрым способом создать интересную ритмику. Вот это вот сейчас простое, да, как компьютерное звучание. Можно воспользоваться специальным бассейном грув. Чтобы найти доступ к этому бассейну, в новых версиях Ableton Live можно нажать на вот эту кнопочку рядом с надписью Groove в разделе Clip. Кнопочка показывает, что мы хотим обратиться к вкладке Groove. Либо отдельно открыть его вот на эту кнопочку, это бассейн Groove открывается. По центру он находится с левой стороны. Здесь бассейн грувов. Никакой грув у нас пока еще не загружен. Если правую кнопку мышки нажмете, можно выбрать библиотеку грувов. Вот можно таким образом к ним дойти. До них дойти, да? Вот у нас свинги и грувы. Здесь у нас есть разные варианты использования разных ритмик. Что из себя представляет этот библиотека грувов? Для вас уже разработчики предоставили такие ритмические рисунки, которые можно использовать в разных стилях музыки и оживлять ваше звучание, вот такое статичное звучание, оживлять более интересными рисунками ритма и, может быть, где-то динамики, да, то есть не только ритм меняется, но еще громкость или динамика меняется в звуке. Воспользуемся одним из ритмических рисунков из раздела Groove.
Вот здесь можно разные использовать, и латин при перкуссии хорошие, да, и MPC варианты, перкуссия просто, квантизация и так далее. Вот меня интересует раздел свингов. Свинги — это такие ритмические рисунки. Важно обратить внимание то, что первая циферка показывает, на какие ноты будут воздействовать наш эффект. Вот если восьмерка стоит, значит, это если у нас восьмые ноты будут подвергаться изменениям. 16 — это значит у нас 16-е ноты, да, то есть больше воздействия на грув. 32 — еще более частое воздействие. Давайте в 16-е обратим внимание на 16-ю, да, и следующие цифры, это показывает процент свинга, процент сдвига, насколько у нас сильно меняется. Вот возьмем, например, 65. Загружаем его в бассейн. Вот это вот маленький бассейн грувов. Здесь есть разные параметры. Базовые ритмика, к которой привязан этот грув. Квантизация вашего звука, привязывание к этой базовой ритмике. Без привязки или стопроцентная привязка. Тайминг — это изменение ваших нот. Рандом, то есть изменение от изначального звучания. Рандом — это у нас задает некоторую случайность в этих изменениях, где-то более сильная, где-то менее сильная. Velocity — это изменяет ваше звучание нот, степень нажатия на нот по отношению к выбранному груву. Этот параметр может в минус настраиваться, это значит, у нас менее сильное нажатие будет, или в плюс. Давайте попробуем применить к этому нашему клипу. Применять грувы можно не только к MIDI инструментам, не только к вот, нашим рисункам нот, но и к аудиофайлам. Тоже можем применять бассейны грувов. Все это находится в разделе клипа. В разделе клипа, вот здесь во вкладке грувов, выбираем наш загруженный грув. И теперь наш рисунок начинает играть немного по-другому. Обратите внимание, без грува это статичное такое компьютеризированное звучание. С грувом. Это свингующие такие элементы. Очень хорошо добавляет оживление любым вашим композициям. Если я хочу окончательно применить этот грув к моему клипу, MIDI-клипу, я должен нажать вот на эту кнопочку Commit. Когда я на нее нажимаю, вот обратите внимание на ноты, они все сейчас будут сдвигаться по отношению к их местоположению. Сдвигаются и становятся немного неровными. И это придает вот как раз вот это свингующее звучание нашим элементам. Можно применять на драм-секции, на перкуссионные элементы, на басовые линии тоже. Пробуйте, смотрите, как это звучит. Интересные варианты могут быть в разных случаях. Без этого грува как из автомата, да? И не такое уж приятное звучание. С этим грувом давайте просто поменяем звук. Show Browser. Кстати, вернем нам автофильтр, чтобы он подвукивал. Звук перкуссии поменяем. Не такой какой-нибудь. Может, поинтереснее что-нибудь найдем. И так далее, да. Найдем тот, который наиболее интересно у нас подходит к нашей композиции. Наиболее тонкий. Ну, никакой из этих элементов мне особо не понравился. Может, воспользуемся какими-нибудь другими звонкими звуками. Ну, вот конго, например.
еще что тут напрашивается сразу, это обработка для всей партии драм-секции, чтобы ее было более слышно в некоторых деталях, можно применить реверберацию. Тоже стандартную реверберацию используем. Ну, про реверберацию, это, я надеюсь, вам и так понятно, что ее стоит применять на каждом звуке для создания атмосферы, звучания в каком-то помещении, да? Наш сразу конг вылазит на передний план, то есть так его не было особо слышно. Переборщать с реверберацией не будем. Дорожка это называется drums. Ну а теперь поговорим о создании различных эффектов глича. Эффект глича это в компьютерной индустрии у нас зависание или там какие-нибудь ошибки, да, которые формируют повторение обычно каких-нибудь картинок. Это в компьютерной индустрии, да. В звуке это тоже очень популярный эффект, который многие музыканты используют, особенно в дабстепе и в других стилях музыки, в drum and bass или и так далее, да. Для того, чтобы создать самый быстрый эффект глича, мы можем воспользоваться функцией slice to midi. Для этого мы запишем всю нашу партию драм-секции на отдельную аудиодорожку. Можно это сделать, создав аудиодорожку, открыв панель входа-выхода, и направим сигнал с группы драм-секции, audio from, берем с группы drums. Включаем в запись и записываем нашу драм-секцию всю воедино. Достаточно небольшого короткого сэмпла. Правой кнопкой мышки Crop Clip. Удалим все лишнее. Вот для того, чтобы работать с этими партиями драм-секции, да, я воспользуюсь функцией Slice to MIDI. Правой кнопкой мышки выбираем и разрезаем наш сэмпл на вот такие маленькие отрезки. Slice to MIDI функция воздействует на наш сэмпл, отрезая у него разные кусочки и ставит их в отдельные маленькие симплеры, в отдельные инструменты. Каждый отдельный кусочек может теперь отдельно от основного звука звучать, да, от основного сэмпла. Вот здесь вот мы выбираем процесс разрезания, да, процесс разрезания у нас идет по транзиент-маркерам. Транзиент-маркеры — это те маркеры, которые у нас в сэмпле находятся. Вот если мы посмотрим внимательно, у нас есть некоторые, в некоторых местах транзиент-маркеры, вот так вот они выглядят, серенькие. Транзиент-маркеры эта программа автоматически выставляет в тех местах, где резкий всплеск по уровню громкости. Если она будет ориентироваться на эти маркеры, то она будет по ним как раз и разрезать наш сэмпл. Нам это удобно, потому что по отношению к ним мы будем какие-то ритмические интересные варианты создавать. То есть правой кнопкой мышки выбираете Slice to MIDI Track, встроенная технология, Slicing Preset Built-in, Transient Markers, ОК, нажимаем, создается отдельная MIDI-дорожка. Весь наш сэмпл драм-секции разрезан теперь на маленькие кусочки. Единственное, в начале здесь еще у нас парочка есть транзиент маркеров, но это ничего страшного. Вот, смотрите, как это выглядит теперь. Инструмент нам разделил наш сэмпл на разные отрезки. По очереди, если я буду включать. Это у нас разные отрезки в существующем нашем сэмпле. То есть он разделил вот на большое количество маленьких сэмпликов. Удаляем теперь первоначальный звук драм-секции, да, дорожку с драм-секции. Вот нам понадобится только вот эта вот MIDI-дорожка с подобными функциями управления. Здесь я вам рекомендую пользоваться параметрами Decay Sustain, Loop Length и Loop Compression. Loop Compression воздействует на сэмпл. Вот как только вы начинаете пользоваться, на длину сэмпла воздействует, видите, он короче становится. И на компрессию этой длины, как это визуально выглядит, или на слух, вы это можете сейчас послушать.
То есть вот драм-секция. Давайте отдельно ее послушаем, да, соло. Компрессию понижаем. Видите, звуки становятся короче. Превращаются в маленькие тоненькие элементы. Теперь длину сэмплов мы можем увеличить, чтобы они повторялись более часто. Например, компрессию поменьше. Еще можно руководить параметрами sustain и decay для создания этого То есть, вот, например, настроили как-то этот инструмент, и параметр decay вы в некоторые моменты вашего трека добавляете. Можете поэкспериментировать еще с дополнительными ручками loop length, loop компрессии, да. Но вот, например, в данном случае, может быть, этого и будет достаточно. Я использую это теперь, примешивая к моей основной драм-секции, чтобы это звучало совместно, да. Погромче сделаем всю эту дорожку, например, с помощью компрессии. Если хотите более динамичное звучание, то, конечно, поиграйтесь с этими параметрами длины и компрессии. Да? Здесь вы можете очень радикально изменить этот инструмент и его звучание. Ну, мне достаточно и такого звучания. Не характерно его использовать, конечно, в танцевальной музыке с прямой бочкой, а больше в ломаной бочке это придает современное звучание вот таким стилистикам, как дабстеп, трэп. Можно использовать и там, и там. Вот, и это все на сегодня, что касается разных приемов и трюков, которые можете использовать при обработке ваших звуков. Особое внимание уделяйте партии драм-секции, она должна существовать в полной мере и широко звучать, и красиво, и ритмически каким-то образом обрабатываться, да. Не забывайте про грув, про бассейн грувов. Вы можете загружать не для одного звука, а для нескольких, и это создать разнообразие в вашем треке и придать оживление, то есть той партии драм-секции, которая у нас присутствует. Что касается дополнительной информации, опять же, меня заставили, да, сейчас проходит запись на курс создания музыки в Академии Deluxe Music. Курс длится 3 месяца и включает в себя все аспекты создания музыки, начиная с интерфейса программ, заканчивая мастерингом и выпуском ваших финальных работ на лейблах. Занятия групповые. Основные занятия проводятся 2 раза в неделю, в вечернее время в 19.30 и в 21.00. На ваш выбор. По субботам проходят сборы в свободном формате для разбора вопросов и ваших треков, а также один раз в неделю по вторникам проходит урок сольфеджио. То есть сборы по субботам, сольфеджио по вторникам и пару занятий на неделе. Далее, узнать подробную информацию о курсе преподавателя, записаться на курс или посетить подобный пробный урок, вы можете, оставив заявку на нашем сайте. Под видео есть ссылка. Или позвонив по телефону, номер телефона также указан под видео. Также всем участникам этой трансляции будет предоставлена дополнительная скидка. На сегодня достаточно. Спасибо за внимание. Да, пересматривайте, более внимательно смотрите на видео, на детали, да, и пользуйтесь этими всеми фишками. Они помогут вам, вашим композициям, звучать достойно и более разнообразно. Спасибо за внимание. До свидания.